Дорогие друзья, всем огромный привет. Хочу выразить свою большую вот такую благодарность за то, что вы голосуете за меня на сайте премия Adagio Award. Это чертовски приятно просто. Я получаю столько писем. Представляете, пишут из разных уголков земли. Из Германии, Италии, Франции, Америки. Даже Китай пишет мне, представляете. А также страны СНГ, Россия, Индия. Там, где у меня есть тоже большие фан-клубы, которые любят мое творчество. И я хочу сказать, что эта премия, она действительно... Я как-то в нее мало верил, но резонанс просто колоссальный, потому что действительно благодаря этой премии обо мне стали узнавать и знакомиться с моим творчеством люди, которые обо мне не знали. И очень много оставляют комментариев под видео, добавляются в друзья, в соцсети, заходят на сайт, пишут письма, даже на почту приходят письма. Поэтому, блин, ну, это очень здорово, я очень благодарен этой премии за то, что, ну, хотя бы обо мне и о моем творчестве узнает такое количество людей. Я не знаю, чем эта история вся закончится, кто выиграет, кто нет, но буквально вчера, могу похвастаться, я был на первом месте. Не знаю, как сейчас там, но, конечно же, Лара Фабиан, которая спела этот ремейк, она гениальна, она классная, я ее люблю. Это моя дива тоже, и поэтому... И такие, как артисты, как Сара Брайтман, Хосе Карерас, группа Эль Дива, Димаш там тоже номинирован. Поэтому у всех огромные фан-клубы, и все очень активно голосуют. И это видно прямо вот как бы на сайте, как это все происходит. Друзья, ну это правда, это здорово, это очень-очень приятно. Что я хочу сказать? Как бы поскольку еще есть 20 дней, и результаты будут известны только 25 декабря, я думаю, что у нас есть еще возможность проголосовать, покликать, выбрать. И, друзья, если вы считаете, что ваш голос может быть отдан мне, то я буду очень вам благодарен. И мне будет приятно, что вам нравится мое исполнение этого легендарного произведения. Поэтому голосуйте, подключайте всех своих родных, друзей и вообще вот кого угодно, кого можете. Поэтому давайте, может быть, мы хотя бы там дожмем немножко, потому что я не знаю, как, навряд ли это будет первая премия или там вторая, ну хотя бы в тройку, если войду, мне будет очень приятно. Вот, ну, на самом деле, всем удачи, всех люблю, целую, скоро новогодние праздники, друзья, отрывайтесь, конечно же, готовьтесь к ним. Вот я, кстати, елку уже нарядил, и у меня тут творческие процессы, я пишу много музыки, вот, поэтому... И, кстати, пишу англоязычный альбомчик, скоро будет такой классный альбом у меня, вот. Поэтому все, спасибо всем, и... Премия Adagio World. Вперед. Спасибо.